Всем приветствую, всем ребята! Здорово всем и мои дорогие друзья! Мои подписчики из моих школьников. И да, конечно, здорово, мои дорогие друзья! Конечно, я уже придумал. Теперь я буду делать не только по-английски, а еще по-русски, конечно. Но как помните, как из этого видосика я сделал про The Henry Stickmin Collection. Part 1, 2 и 3, если кто помнит. Там было чуть-чуть другого было видосик. Один в пару английских всех был, а тот чуть-чуть по-русски был. И, кстати, да, сегодня я придумал очень прикольную игру. Сегодня будем играть вот что. Сегодня будем играть вот. 5 дней поездки. Это та, которую я знал, эта игра. Я не играл никогда, но там уже пробовал. Но не все ночи. Ладно, кстати, ну что. Погнали уже. Ой, кстати, не забудьте поставить вот лайкосик. И не забудьте подписаться на моем канал. Иначе вы забываете. И еще не забывайте поставить колокольчик. Забыл, вот, не пропускать весь видео. Ладно, и кстати, уже пойдем в эту игру, погнали! Ну что, ребята, мы в этой игре. Вот. Все, это будет. Вот, это который я уже из школьника брал. Вот. Да, тут уже подняли какие-то. О, опа, опять. Я знаю, это игра из сутка. Вот так и превратился. FNAF Russian. Пожалуйста, FNAF Russian. Подъездки. Ну что, кстати, ребята, будем играть. Ну, буква непонятно какая-то, но по-русски умею разговаривать, написать и читать так не умею. Ну, могу так-то просто на буквы нормально, а не вот такая. Ладно, там уже, вот, идём, вот, новая игра. Вот, ну, кстати, тут уже понятно, вот, там уже там вот, сумели этот, людишки из квартиры, а ещё тут и вот. Ладно, там не могли вызвать полиции, и вот, пожалуйста. Просто там вот, звали отходника. Ну что, погнали, первую ночь. А да, в темноте будем играть. Вот это зачем? Потому что первую ночь. Потому что это 5 ночей подъездки. Вот, можно вылезти. А кстати, а еще буду пойти первую ночь и второго. Ладно, все. Умер от кринжа. Поэтому будь осторожен. Жильцы этого дома очень не любят тебя и будут всячески пытаться убить. Главное, не зли их, и все будет хорошо. На данный момент из органов управления у тебя есть заключение. Не открыть двери на камере 3. Но пока что особо никто не ходит, так что сильно не переживай. Кстати, если ты не откроешь дверь, то ее откроют за тебя, и тебе будет хана. Поэтому смотри внимательно камеры и не переживай за планшет. Он не отключился. А кстати, там понятно уже. А первую ночь и второй ночь очень легко вообще. Но я вообще ничего не пройду. Первую ночь и второй. И все. А затем, ну, дальше будем до следующего уровня. До следующего видосика. А вот, пока не хватает. А, можно видеть вот так просто. А вот, во! Который сот как у меня есть. Вот. Тут пока никого нету в офисе. Можно просто уже вот так. Опа, о, да, я знаю. Опа, я знаю. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите фото.
Я поняла. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, четко скажите фото. И пожалуйста, фотка. Все будет. Все будет, Марья. Попадался фотка. Не потянете у нас тут и маме прям. Сделаем там где. Пока нету камеры 3, но я знаю. Легко. Там придет этот. Какая-то человек здесь. Там не пускай наверх. Вот, как ты откроешь. Мат ему делать. Ага. Вот. Как он мат. Другая. Пока никого нет. А вот, это вот. Вот, давай. А если не кроем, вот, потом. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания полицейского. Ладно. А если кроем? Сука, блядь, не заплатил, да? Да, ты знаешь, что. Да. Никого нету в офисе. А, тут да легко вообще. Никого нет. Ты можешь посмотреть вот этот. А вот зашел. Зашел. А вот детиски эти. Они чё они делают вообще? Пол как это непонятно. А вот это? А вот. Пока это легко, ну. А вот диски это не делают. А вот. Идем чётко. А вот. Ага. Попробуй не облучевать. Ну да что? Да, сынит вообще. Например, как у меня. Вообще. Вот. Мой брат какая-то сумасшедшая вообще. Непонятно зачем. А, да ничего. Да легко, ну, чё ты. Если накрутишь, не накрутишь. Не знаю, проблем. Она будет. Пока-то это очень легко. Непонятно, что делать. Ава, непонятно, что детишки делают вообще. О. Да, какая-то непонятно, что... О, 5 АМ. 5 АМ. Ну что, поведем эту ночь. А вот. Опа. Что за не вставляю? Так, обойтись, вот. Опять этот мусор ставит. Вот этот. Вот этот подъезд. Опа. Это что, ко мне придет? Да ладно. Да ладно, это легко нос.
А, никого нету, да легко. Тут у него вообще так. Я знаю, тут платить и все. Да легко ночь, ну никто не кусал. Вот тут можно смотреть, тут и тут никто нету, но тут можно смотреть. А, тут, а, помнишь, тут кто-то пришел еще был. А вот детейский, что не думать. Во, наконец-то прошли. Ну что, вторая ночь, тоже легко вообще. Погнали! Ладно, все, пошли. Пошли. Вторая ночь! О, что за мужчина? Лифт. Ну давай закроем. Где нам лифт? Например. Да нет, закрывай. Да ладно, никто не кусал. Да правильно, никто не кусал вообще. Вот так. Хватит. Вот, спасибо. Чил. Ой, о, что там уже есть? А, не забыл смотреть за подъездки. А, иначе вот так вот, например. Опа. А вот, один зикал. А. О, о, давай, давай, не надо, вот давай, давай, убивай. Да, свалили чувака, пути за снег. Это пародия вообще смешно. Это вообще смешно вообще. Та, которая с молотком. Угу. Невозможно. А, не забыл смотреть на этот. Иначе я фонарь беру. Пока никто нету в кам четвертую. Ну пока что. Опять ёмы. Да старым. Плодейте ей. Да ладно, тут легко нож. А, вот. А, это мой зато. О! Мне нельзя! А, сори. Не понял. Ну что мне понял? Ты спал? Я сделал хорошо? Я сделал хорошо? Я хотел хорошо, я хотел хорошо. Отворить. Я думаю, всем надо отворить. Ну, типа, похоже, он разбьет что-то. А вот, вот, этот клип, как я о том говорил, в первую ночь. А вот, они, открыть надо. Не надо. Кто вот это придумал, эту игру вообще?
Да игра вообще легко. Первый и второй ночь очень легко. О! А, ты та, четко. Опять! Попсикал. А камера. Никого нету. Да. Да ну что? Да, эта игра вообще легко. Хоть угаться. Угу. Что угаться? Понятно. Не понял. Да вообще ночью. А, это камера. А, да, точно. Это про один чувак. Никого нет. Пока никого нету. Не говорю, это вот очень легко. Вообще легко. Да. Это вообще игра. Тут никого нету. Да вообще легко. Как первую ночь. Все равно пойдем. Это все как из фана второго. Он. Песню не понял, но не слушал песню. Ну это мне вообще интересно, вообще. Ну, да, вот. Никого нет. Это вообще очень легко. Рип. Да ладно. Отходник умер первый. А мы самый последний. Вот второй, не понял. Не знаю, кто вообще этот играл вообще. Но я уже первый. Я помню про первую ночь и второго. Очень легко был. Пока нету подъедки. Да легко! Я все пройду. Легко. Да легко вообще. Легко. Опять. Ну или там АМ-15. А, подъедки, а? Ну где? Да ладно, нету. Да не говорит это, сутка. Это вообще смешно, вообще. Сутка, ха-ха-ха-ха, очень смешно. Не смешно. Стор сутка, вообще. Да ладно, мы легко пройдем. Подъездки нету. Нету подъездки. Нету. Правая рука. А, здесь был. Да ладно. Да мы пройдем это уровень. То есть это ночь. Там тут было лучше взять. О, все, наконец-то. Прослита ночь. Наконец-то. Знаете, там можно. О, это до следующего уровня. Ну что, ребята, мы оставим этот. Хотел сказать, это оставим до следующего видосика. Вот, как вы помните, мы это ночь 3 и 4, все другого до следующего вот видосика, вот забыл сказать. Ладно, кстати, вот как мы уже прошли первую ночь и второго, эта игра 5 ночей подъездки. А кстати, эта игра можно себе скачать в Google Play Store, там еще у вас есть, можно скачать на Google Play Store. Там эта игра. Я помню, ну вот это тут в старом было весь написано вот. 5 ночей подъездки. А тут уже поменяли, вот, обновили. Тут все написано вот. Тут по-английски написано вот. Five nights at Russian's apartment. Мы уже вот поняли. The этот сначает. Але вообще-то все равно, если вы скачаете эту игру. Все равно этот русский, потому что эта игра должна быть называться 5 ночей подъездки. Вот. Затем мы снимали на по-русских.
Потому что это игра. Вот, по-русски. Пять ночей в порядке. Вот. Вот и затем. Мы запридумали вообще. Ну что, кстати. С вами я, Адриан Потворский. И вот. Ну что. Теперь вот. О, не забудьте поставить лайкосик и подписайтесь на моем канал. И не забудьте на моем колокольчик поставить. Да, до следующего, чтобы не забыли мои видосики смотреть. И, кстати, сегодня вот с вами мы прощаем. И с вами всем пока! О, и еще для моих дорогие друзья, мои подписчики, мои школьники и друзья. Кстати, вот, с вами я, Адриан, и всем, и всем пока! До следующего видосика! Всем желаю хорошего дня и всем пока!